Мальчик у нас. Егор сейчас заметит, что ты его сам взял. На зону поди. Ого, какие там ступеньки большие. Оп, ничего себе. Помаши маме ручкой. Вот, молодец. Идем. Идем. Идем погреемся. Идем. Все замерзли. И Дима замерз. Мы коляску покатаем. Идем. Вот наша коляска. Пошли ее покатаем. Пришли мы домой. По пути мы зашли в Перекресток и купили вот столько масла. Много-премного масла купили мы. Была акция на маслице. Такое, мы очень любим такое масло. Была на него акция. Стоило, так оно у нас стоит без акции 109. А в Перекрестке акция была... Дима, фу, грязная она. Дима! В Перекрестке была акция, но он стоил 90 рублей. То есть 20 рублей была скидка. Мы хотим его сейчас взвесить. Так, 184, у нас 4 грамма должна весить где-то упаковка. Так. Набирала я килограмм, поэтому, я думаю, должно быть даже где-то чуть побольше килограмма. Килограмм. Да, их у меня 6 штук. 800, 900, ну да, вот. Как раз. Килограмм 95. Вот, кило 95. Кило 200 почти даже. Так, ну и поштучно. 181. 181 она весит, может быть. 184. 184. В основном 184, но бывает... И меньше. 182. 184. И 183. Вот так вот. Вот столько мы купили. Только мама может сделать такие бутербродики. Необыкновенные. И захотелось и бутерброд с икрой, и бутерброд с сыром. И то. Неожиданно. Когда намазывала икру. Как он восхитительно смотрится. Бутербродик с икрой. Да? А тут Дима. Что ты прячешь? Ах ты, хулиганишь тут. Прячешь, да? Ням-ням-ням.